мягкое мясо, что ли, какое-то. Мел. Лед. Лед? Просто лед? Это маленький малыш кушает. Да. Ну что-то пусть маленький малыш. И сегодня у нас челлендж «Угадай еду по АСМР звуку». Мы сейчас надели наушники, мама нам будет включать разные АСМР видео, и мы будем по очереди пытаться угадать, что это за еда. Мама нам будет показывать правильный ответ, а вы на экране тоже будете все видеть. И я начну первое угадывать. О, что за неприятный звук? Это слайм? Нет, там еда только. Только ты не говори мне, не подсказывай, потому что я должна отгадывать. Это что-то... Как будто мягкое мясо, что ли, какое-то. Ой, нет. Это что-то едят. Лед такой. Нет, это не лед, 100%. Лед по-другому. А, только ты не говори. Что я не лед? Это не лед, 100%. Возможно, какое-то мясо. Как можно противно жевать? Жвачка? Конфета жевательная? Да, угадала! Yes! Смотрите, это мармеладки жевательные с сахаром. Я угадала! Так, теперь для Ани. Аня, готова? Это лед. Это лед? Просто лед? Ну да, можно сказать, что ты угадала, потому что тут клубника во льду. Лед снаружи. У нас пол. Но лед она зато сказала, поэтому. Лед она сказала. Ну хорошо, Аня, полбалла зачитаем. Поехали дальше, да? Фу, противно. Почему все тогда идет так противно? Может, как будто по снегу так шагают. Ну, ну, что это может быть тогда? Еще одну ложку она вот сейчас съедает. Ложку? Угу. А я как-то думала, что хлопья можно съесть. Да, точно! Это колечки, смотрите, это колечки в молоке за сухие завтраки. Аня, ты готова? Давай, начинаем. Что так здесь громко? Это просто лед? Чипсы. Чипсы! Ты молодец! Блин, так чипсы захотелось! Маша, слушай. Мел. Лед. Третья, последняя попытка. Отгадала, ты знала этот вариант. Это икра летучей мыши. Они же, когда в рот ее берут... Летучие рыбы. Летучие рыбы, да. А я как сказала? Мыши. Поехали дальше. Спираль. Аня. Это маленький малыш кушает. Что? Ну что-то пусть маленький малыш. Аня, ты как считаешь? Что это ты думаешь? Нет, даже близко не похоже. Да, просто какой-то вот так ребенок все заказывает. Давай, показывай. Аня, ты сдаешься? А что это он ест? Он сосочку сосет, молоко пьет. Ну неужели мне было похоже? Нет. Теперь Маша. Это я. Готова? Тут все съедобное. Ну это не печенье, 100%.
Печенька? Печенька Орео. Фу, ему слышь. Поехали дальше. Аня теперь, да? А ты что-то кушаешь? Ну, понятно, тут все что-то кушают. А ты едят эти? Рисы, это... Водоросли? Кстати, да, реально положено зовут такой. Это хрустящие, вот такие как кольца, так жарят. И кальмары, и луковые кольца, да, бывают. И еще, там, я не знаю, вот у нее, по-моему, это сыр жареный в виде колечек. Я даже не знаю, что это может быть. Что это такое вроде бы как не мясо, что это такое вроде бы хрустящее, и в то же время такое, ну, как суп, что ли. Ну, я не знаю, как это объяснить, но я просто не знаю. Сдаешься? Может быть, ну, типа хрустящая корочка, а внутри такое. Что это? Сосиска? У нее снаружи оболочка жареная, поэтому она хрустит, а внутри мягкая начинка. Теперь Аня. Готова, Ань? Господи, я испугалась, тетя что-то или дядя что-то сказал. Играючи испугалась. Рамен. Да? Давай еще две пупки. Нет, это не суп. Я думаю, это рамен. Да, это рамен. Ань, ты неужели не узнала, что это рамен? Все, теперь я. Давай теперь, Маша, ты. Пьет? Ну, значит, что, да, пьет? Напиток какой-то. Этот чай называется боба-ти. Ты слышала когда-нибудь? Боба-ти. Там внутри такие мармеладки. Теперь Аня на очередь. Аня, слушай, вначале будет такой характерный звук. Ну да. Сначала вот так, а потом в рот берут. Что могут они вот так делать? Нет. Тык, вот это ж звук чего? Блин, как оно называется? Забыла я. Ну послушай, как они жуют. Это шипящая конфета. Это шоколад, плитка шоколада. Сначала тык ломают. Теперь свое видео, да. Все звуки просто одинаковые. Это может быть что-то, какое-то мясо филе в таком блестящем. Но это не похоже на сладкое. Не похоже, это не сладкое. Это солененькое. Я уже одну подсказку вам дала, что это солененькое. Дам вторую подсказку, что это овощ. Огурец? Да, огурец. Солененький огурчик. Так, Аня готова? Давай, начали. Ну послушай, послушай, это только так, вот это, вот только именно это так хрустит. Вот звук какой-то знакомый, я такой АСМР уже смотрела. Это бывает трех цветов. Красный, желтый. Яблоко. И зеленый. Яблоко? Нет. Перец. Что? Перец. Перец, смотри, как окошечко ест перец. Перец-кошечка. Так, ну давай, Маша, готова? Да. Как будто, она, знаешь, такой звук, как будто песок теоретически так режет.
Ну, мы такой домой, ну, не покупаем. Потому что, ну, у нас папа тоже так особо не любит. Ну, в общем, это сладкое, это десерт. Тортик. Где-то такое сухое. Безе, маршмеллоу. Безе, вот. Yes! Так, теперь, Аня, последнее. Ну, это вы любите. Обожаем. Да. Мороженое? Нет. Оно у нас сейчас есть дома? Нет, нет. Мы дома такое не готовим. В ресторане? Нормально? Нет. Может быть, это картошка? Это же с хрустящей корочкой. Это же кофе. А еще? Ну, это картошка. Аня. Нарезанная? Да, с ножками, вот, куриными, с жареными ножками, хрустящими. И это, оказывается, было последнее видео, и на этом мы сегодня закончим. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. Пока-пока!